Да, его двоюродный дядя Тим Уизерспун. Ну и обратим внимание также на то, что... А чё? Ну вот здорово. С джебом вошел. Джеб. Видим. Левый сбоку от аза. А вот и справа удар. Тот самый удар. Приятно от этого попадания. Он его... Конечно, очень многое зависит как раз вот от физического состояния. И тем более против Александра Усика. Смотрите, Уизерспун не заставил управлять собой неподвижную для Усика цель. Уизерспун до последней, соответственно, не получаться у Уизерспуна. СЧС Уизерспун, имея в виду габариты американца, но нет. Лево налево. Украинец понял, что свои задачи нужно решать. И снова слева попал прямой. Многие известные боксеры американские. Усик начинает приступать к активным действиям, к полноценной осаде. В третьем Александр Усик приступил к активным действиям, и Чезу промахиваться, выдергиваться и оказывать... Вот опасно. Демонстрировал в полной мере, когда бой Усик... Сейчас он, по большому счету, набрасывает легкие атаки. Все три удара были совсем-совсем рядом. Хороший эпизод от Усика, но, тем не менее, прав. Хорош на ногах. Да, американец успевает. Разбивает. Красиво. Шикарно. Что тоже нравится. Выступая в супертяжелом весе и встречаясь с ребятами уровня Криса Ариолы, но должен был он какой-то другой уровень проще увидеть. Рукой правой. Лучшие моменты пятого раунда на наших экранах. Вот и здесь Усику совсем немного не хватило точности. Ну а вот это, кстати, танцами в детстве занимался. Молодец, всегда. Удар в корпус и в голову. По раунду мы можем сказать, что не все так просто, не все так спокойно. И красиво капитан. На них Уизерспун уже реагирует. Удар в корпус очень неприятный. Рефери стоит рядом. Ой, если будет дальше продлиться 8-9. Браун не пропустил тяжелые удары. Слишком долго. Итак, лучшие моменты шестого раунда. Это концовка этой трехминутки, когда Чезу Уизерспун... Мощество растет. И Усик начнет включаться по полной. Вот хорошая серия. Эпизодами прям безнадежно начинает выглядеть. Рефери рядом, он смотрит. Дня. Он вышел по замене, пропускает. Пропускает очень сильные удары. Отвечать. Очень жестко снова. Итак, рефери рядом на своего соперника. Очень много желания. Да, все. Отказывается от продолжения поединка. Угол Чеза. Вот так тепло пообщались после этого поединка.